Вот этот туалет был тут, черти маму что. Он все это сделал, вот это сам поставил новую раковину. Вот, тут все это оборудовал сам. Вот черный туалет. ФБС, вот это у него угол, там где компьютер стоит. Вот тут он поменял, все новые окна поставил, такие вот. Это там выход к соседу, виден дом соседа. Он все это новые окна поставил, такие вот, купил, заказал. Стоят бабки хорошие. Обделал все стены вот это, пластиком таким. Вот это воздуховод вот тут идет под верхом, под потолком, видно так вот. Вот он обшил все это, сделал. Вот это в туалет дверь. Вот это туда, выход на кухню, подъемная лестница, так. Выход на кухню. А это сейчас. Не сняли раньше, у него был тут каракатица была такая старая. Вот это он снял, вот такую маленькую поставил. Вот. Да сейчас эти трубы менять будет и все делает сам. Вот. А стоит это, чтобы голова у вас не качалась, у всех 2500 вот эта коробка стоит. А это он сейчас будет передвигать этот бойлер и подсоединять тут трубы, будет все сам делать, потому что, чтобы заказать, это гроши стоит. Туда в бейсмент, а это выход на улицу, в эту дверь. Запасной, это на кухню. Они говорят, что они заезжать туда не будут. Выход. Потому что убираться, смываемся. Куда? Чего слышать? Я сейчас... Давай я засниму. Я сейчас открою. Это большая комната. Сейчас я штору открою. Сейчас открою штору. Где там эта веревка-то? Вот. Сейчас открываю штору. Большие шторы. Опа. Вот, открыл. Это значит, это аквариум мой. Сейчас я свет включу. Это мой аквариум. Раньше было много рыбок, осталось вот штуки 3. Сейчас большая комната моя. Высокий потолок у меня здесь. Сейчас я свет включу. Вот я свет включу. Так. Значит... Подойдем к окну, покажу свой передний фронт. То соседа вот это заезд, вот до соседа заезд, это моя вся трава. Сосны растут, дорожка. Это мой заезд вот это. Сюда наверх покажу, вверх. Это моя жена спряталась. Это средняя комната. Тут зеркала. Вот это я. Вот это я. Здрасте. Так. Кладовка, вот это еще одна ванная. Комната, Антоня там спит. На улицу вышел. Там машина стоит наша. Это его деревья тут. Это улица такая у них. Это дом. Ну, это, как всегда, бабаня там рассматривает.
Ну, вот это его дом, это тут улица, вот это. О, к гаражу дорога такая мимо дома во двор. Вот. Ну, вот это гараж его. Машина его стоит. Бонневилл. Вот, автоматически закрывается дверь в гараж. Вот, это двор, это он забор там поставил. Вот, деревья тут, это сосед. А это задняя сторона дома. Вот, елки тут стоят, такие большие ворота. Закрывает ворота, когда малой выходит на улицу. Это соседские дворы так. Это вот это Валеркин центр. Вот. Вот это он играет на это музыка его всякая такая. Вот. А это компьютер, это Тоня. Сейчас она выходит на интернет. Вот малой сам делает вот эти трубы, все паяет тут, все делает подсоединением бойлера горячей воды. Игрушки малого. Тут немножко раскардаш, потому что он строит, он делает, это он живет в этом доме. Вот, это все, чтобы что-то кто-то сделал, надо платить деньги. Вот оно, только проснулся он. Смотрите, вот это вот американские тампорцы, или как их холера мама знает. Вот это Мурзик. Вынь руку с рта. Вынь руку с рта. Эй, руку вынь с рта. Вынь руку. Какой нехороший мальчик. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Коза бодатая, коза рогатая. Он стоит криволапый. Видишь, все взрослее становится. Ну, он молодец. Упрямый. Козя. Ребенок, а ну улыбнись. Лера, Валера, вкусная шоколадка? А ну, положи в ротик. А ну попробуй покушай, маленький, попробуй покушай. Все ты вздохнул, Вася. Ай-яй-яй, какой скупой. Давай, кушай. Вон и бабаня там селась. У него? Или будешь снимать? Не, я не буду. Конечно, не будет. И Жанна не будет. Это столько игрушек. Это только в магазине. Смотри, какая рыбка. Смотри, какая рыбка. Видишь, какая рыбка? Десятая часть. Посмотри, какие рыбки. Ай-яй-яй, какие рыбки. Плавает, это сундучок там. Валера. Валера, вкусная конфетка. Вкусная конфетка, вкусная. Валера, а ну посмотри в камеру. Отвернулся. Это такая.